Всем привет, мой Жак, грязный Гарри. Вот. Ну вот он такой, какой есть, сделанный из говна и палок. Как бы самое, все что вот самое вот такое, ну самое плохое, что у меня есть, вот сюда поставить, просто вот, чтобы оно вот тут стояло. Сегодня катался. Резина у него обычная стоит тут, лежаковская. Ну и вы видели, как я, а вы не видели. Ну, сейчас я вам расскажу, чтобы вы увидели. Вообще, я на нем катался сегодня по снегу. Ну, снега у нас немало, как бы. Снега у нас тут вот столько. Ну, вот, если ногу поставить, то вот так. Вот. Вот так. Ну, тут снег у нас есть. Вот. Ну, катался я вот здесь вот. Вот снег это. Смотрите, вот рука моя. Вот. Снег. Это, а там еще, смотрите, сколько. Вот. 20 сантиметров глубина снега. Вот руку ставлю. Вот. Вот так вот. Вот. Вот такой снег. Там местами больше. Вот я гонял тут траву свою газонную, выворачивал. И вот он прет легко. Вообще классно едет. Да, вот именно на этой резине, на обычной, вот он так едет, как вы сейчас видели. А я на все свои ежи ставлю такую вот, вот как бы вот такую резину. И вот спрашивается, зачем я ее ставлю, если я вот в основном летом катаюсь. И она вообще как бы, она едет и на той резине, на обычной, нормально. Еще даже лучше, я сказал бы, едет, потому что вот на этой резине нормальной мотоцикл не возюкает по этой, по дороге, а на шипатой его вот так вот водит. И там своим этим головным балансиром то и ловишь его отлево вправо, чтобы он... Это я про резину вам сказать. А я столько денег потратил на резину, вот на эту. На одном, втором, третьем, четвертом. Тут я на все эти, на все свои мотоциклы ставлю такую резину. Вот. Везде. Покупаю ее, даже на мопеды. Ну, вот такая у меня вот. Это самое. То есть тяжак, он вообще хороший мотоцикл. Если когда нету денег, особенно там, на КТМ или на что-нибудь, на Хонду, то и Жак вот, самый лучший мотоцикл, если нету на Хонду денег. Ну или на БМВ, если нету денег там, то и Жак, то по-любому самый лучший мотоцикл-то, по-любасу вообще. Ну я вот про это хотел сказать-то, что мне больше говорить нечего. Жак самый лучший, the bestus. Я обычно копейкой занюхиваю. Настоящий. И этим орлом кверху лажу потом. Чтобы жоги не было. Да. Вот так вот. Всем спасибо, всем пока, всем всех этих с этим. Вот этого, да.